Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про культурні заходи у Дніпрі. В нашій студії заслужений діяч мистецтв України, голова художньої ради при міському голові Дніпра Григорій Гельфер. Григорій Гельфер – заслужений діяч мистецтв України, голова художньої ради при міському голові Дніпра, заступник голови комісії міськради з питань освіти, культури, молоді та спорту, директор і художній керівник театру КВК ДНУ. Депутат, має дві вищі освіти за спеціальністю математика та драматургія. Член правління Дніпропетровського відділення Спілки театральних діячів України, голова Міжнародного благодійного фонду «Культурна столиця», президент Дніпровської ліги сміху, співавтор пісні «Дітка, это Дніпр», яка вважається неофіційним гімном міста. Хобі – риболовля. Улюблена страва – плов. Григорію, вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Ілі ще не вечір, я не знаю, коли ми вийдемо. Вечір, насправді, да, так. Ну. Григорію, от дивлячись на ваш шлях з вибору вашого фаху або направлення, я так розумію, до творчості ви не одразу прийшли. Ну, почему же? Я, ну, по первой специальности я заканчивал, да, мехмат, прикладная математика. Ну, во-первых, математика – это самая творческая наука, как считают многие великие, совершенно справедливо. А во-вторых, еще в студенческие годы я, в общем-то, занимался и в коллективе художественной самодеятельности, был такой знаменитый ансамбль «Юность». Я писал всякие стихотворные тексты. Не дивлячись на прикладную математику, не, наоборот, вільний час. Не, наоборот. Я, и вот КВН, да, мехматовский КВН, это было очень круто. В свое время Дни Мехмата, это были, ну, на мой взгляд, самыми яркими событиями, вот, куда очень трудно было попасть. Поэтому тут все логично. Через 10 років після закінчення прикладної математики, так, ви все ж таки пішли навчатись драматургії. Ну, я вот после того, как я пошел работать по специальности, работал системным программистом, тогда были вот такие очень большие компьютеры, магнитные ленты, перфокарты, ну, в общем, вещи такие уникальные. Я, коли на информационных системах и технологиях навчалась, мы вивчали да, це да, все да, так. Да. Но, тем не менее, я писал всякие, там, ну, я говорю, там, стихотворные тексты, я писал всякие рассказы юмористические, пьесы, то есть занимался КВНом, там, еще какими-то, так сказать, творческими вещами, поэтому, ну, этот процесс не случайно произошел, это набежало. Как бы я там публиковался в различных там изданиях, там литературная газета, журнал «Юность», ну это считалось круто, вот, и поэтому вот как-то так. Щось писали про прикладну математику? Да, у меня даже была пьеса, ну, у меня был первый рассказ, он назывался «Биоритмы». Тогда была модная такая история, вот что задавалась дата, там, год рождения человека, и выдавались биоритмы, его, вот, как бы, программа такая была. И вот у меня был главный герой, который эту программу реализовал, а его начальство начало ее корректировать для того, чтобы биоритмы были, как бы, правильными с точки зрения начальства. Ну, такая пьеса у меня была о производственном конфликте во время пусконаладочных работ. Ну, то есть было все, как жизнь отражалась, ну, по возможности в тех формах, которыми я тогда увлекался. После того, как закончили специальность, вот самая драматургия, да, то пошли совсем в творчество. Ну, смотрите, я закончил заочно, то есть я продолжал работать, а во-вторых, то есть я мечтал стать таким, ну, драматургом, я писал пьесы какие для меня, там, Григорий Горин, вот были ориентиры такие, там, Евгений Шварц, Александр Гельман, это немножко другая история, но это был очень популярный в те времена, ну, и многие другие. Но потом вот КВН, он же никуда не делся, и в этот же период он у нас команда КВН-ДГУ, которая появилась, которая
поехала в Москву, которая выиграла в МГУ и которая, в общем-то, по сути дела, повела меня дальше за собой по жизни. И, по сути дела, это превратилось в ту же сцену, о которой я когда-то мечтал, но в таком эстрадном формате, вот кабаретном формате, ну и плюс какие-то еще телевизионные вещи. От ви бачили, бачите, була і Москва, була перемога, і чи були колись думки, так, це точно, були колись думки у вас, чи були вони взагалі покинути Дніпро і поїхати кудись, наприклад, в столицю, в Київ? У мене були пропозиції, і в тому числі там, в рамках Масляковської цієї імперії, там, мені якби приглашали, я був там редактором каких-то пари ігр, і інші були пропозиції, чесно говоря, Магнит, мой город, я считал, что здесь я, наверное, смогу реализоваться больше, что здесь я нужнее. Вы народилась в Днепре? Да, я народился в Днепре. На сьогодні так, і вже як співавтор пісні «Дітка, це Дніпр», яка вважається неофіційним гімном, можливо, туди вже свою любов, так би мовити, до Дніпра вклали. Ну так, коли ми з Євгенієм Гендіним задумували цю історію, ми ж не збиралися писати ніякого гімну, ми хотіли просто, це був складний період, 2014 рік, просто захотіли в якійсь художественній формі відразити те, що у нас внутрі. Ну от вийшла така пісня. Музика народна, як говориться, а слова наші. Досить позитивно вийшло. Григорію, а скажіть, будь ласка, загалом Дніпро для вас – це? Ну це дуже, дуже і дуже. Ну це моя родина, це мій город. Я тут, я ж ще депутат городського совєту, там 4 рази мене от… Люди доверяли мне. Это обязывает, но это что-то и значит. И я, занимаюсь вопросами культуры прежде всего, считаю, что Днепр должен звучать еще больше, еще сильнее, еще ярче в культурной, так сказать, сфере. Не только в рамках Украины, но и далее. Коли ви стали головою художньої ради при міському голові Дніпра, все ж таки, от знаєте, з'явились більше можливості обирати, яким культурним подіям все ж таки в Дніпрі бути, збільшувати їх кількість. От, да. Що вдалося змінити, можливо? Про що мріялося до цього? На самом деле, от этот формат, коли була создана художественный совет при городском голове, мне кажется, это был очень такой правильный шаг. Борис Филатов поддержал эту идею. Художественный совет состоит из очень авторитетных людей в разных сферах. Это не какие-то там чиновники. Это там, например, режиссер Володя Петренко. Дмитрий Логвин. То есть это Видовый, Ян Валетов, да, там, Евгений Гендин, опять же, это люди, которые своей деятельностью творческой, они заслужили право принимать какие-то решения. И у нас есть возможность, спасибо депутатам, спасибо мэру, закладываются какие-то, спасибо департаменту гуманитарному и управлению культуры, потому что мы работаем синхронно, мы работаем вместе. Вот. Есть возможности какие-то проекты рассматривать, какие-то поддерживать, давать какие-то рекомендации мэру. И я думаю, что вот за 5 лет, мы по сути 5 лет вот работает. Всю прошлую каденцию начали мы работать. На мой взгляд, многое удалось. Многое, может быть, еще и не удалось, но то, что удалось, я думаю, видит весь город. Это и джаз-возрожденный фестиваль, это и Bookspace, книжный форум, это и Безвиз, вот тоже яркий такой фестиваль, это и фестиваль блогеров, это набережная, на которой проходит и сальса, и вечер пирса, это и какие-то спектакли, которые мы поддерживаем, выставки. Я могу, вот, у вас эфира просто не хватит, если я начну рассказывать обо всех проектах. То есть, и это люди видят. То есть мы называем куст просто куст, культурная столица, но так иронично, без пафоса. И вот мне кажется, что этот куст, он как бы... Вот якось гарбуз, куст, так? Вони такі наче прості назви, але містять в собі досить потужну таку силу. Куст – это библейский символ, да, там.
неопалимая купина. Так что я, конечно, без аналогии, но тем не менее это важная история. Это то, что растет, да, вот на, в общем-то, такой индустриальной почве, потому что Днепр всегда воспринимался как такой город чугуна и стали, а у нас очень много талантливых людей, очень много ярких людей, и обидно, что многие из них, не видя возможности себя реализовать в Днепре, уезжают. Кто в Киев, кто там в Польшу, кто в Америку. И вот наша как бы сверхзадача – это чтобы люди видели, что ну, в нашем родном городе можно добиться чего-то, можно сделать, можно реализовать. Да, есть поддержка, да. И ну, Влада – это… То есть хорошо, что нас Влада поддерживает, но я хочу сказать, что нас поддерживают сейчас и представители бизнеса. То есть у нас есть... Тобто це партнери культурної столиці, так? Да, це партнери. У нас дуже хороше взаємовідносини із общественним советом при городському голові. Є от Геннадій Курбан, з яким ми, який дуже, ну, заботиться о культурних вещах. Він такий непростий чоловік, але в даному випадку ми споримо, але ми знаходимо, в общем-то, общее видение і достигаємо каких-то результатів. Григорію, а розкажіть, будь ласка, загалом от культурна столиця, як вона виникла, ось цей грантовий проєкт, хто був ініціатором от саме створення такого окремого культурного грантового проєкту? Ні, ну, говорять мої колеги, що це, вроді, як я сказав. Ну, це була така командна історія, тобто, на самом деле, є ж такий статус культурна столиця Європи. Він существує достатньо давно, і це дуже, ну, як би, там дуже... Взрослые города этот статус получили. И мы решили, что мы тоже будем бороться за этот статус. Вот Украина идет в Европу, а мы будем идти вот по такому культурному как бы направлению. И вот мы назвали просто эту программу и фонд «Культурная столица». Ну вот там 2 или 3 года назад Украинский культурный фонд, тоже следуя такому же принципу, объявил... значит, грант «Велика культурна столиця України». То есть с тем, чтобы «Велика культурна столиця» – это там, где города более 100 тысяч человек, они могут подавать, значит, заявку на этот грант. И мы решили, что, ну, а кто ж как не мы. И вот в первый раз мы подали свою заявку, подавали... Это было бы нового року. А, ну, это даже был, один же год был пропущен из-за коронавируса. Так, так. Получается, что вот первый как бы обладатель этого статуса, это считается вот в этом году. Были разные. Был и Киев, который, и там, и Львов. Ну, в общем, разные города подавались. Мы заняли 2-е место. Значит, 1-е место занял город Мариуполь. Ну, там, возможно... Так, я чула эту историю, там буквально кілька... Да, мы чуть-чуть, как бы, по мнению экспертов, отстали. Ну, я думаю, что тут, наверное, есть какая-то и составляющая не только культурная, хотя надо отдать должное Мариуполю. Они... Молодцы, они очень в этой теме продвигаются, уделяют много внимания. Дивлячись на то, что да, да, на да. Великий местечко. Вот. И мы опять подали заявку, значит, это Днепр, гравитация нова, потому что гравитация – это как бы, ну, такой символ города. Во-первых, как космическая столица, у нас вот мэр уже там в очереди стоит за Брэнсоном лететь. Так, так, в новинах. Да, да, поэтому вот идея то, что Днепр просто вот гравитационное притяжение всех, всех идей, проектов, талантов. Вот. Мы на этой базе вот этой идеи и создали заявку. И вот на данный момент, значит, мы прошли там технический отбор, и по оценкам экспертов, значит, мы там из 500 баллов набрали 450. И это очень хороший показатель. Да, это очень, потому что там следующий город, по-моему, Запорожье, у них там 395. Ну, вот больше баллов у какого-то места? Нет, больше нету. Нет, мы... Это шанс отримати перемогу. Да, это мы лидируем, и мы, в общем-то, такую, ну, есть определенная такая... Сдержанная, но уверенная, что если не будет каких-то форс-мажоров, а я уверен, что их не будет, мы этот статус получим. А это не просто статус, это еще возможность все-таки получить деньги из Украинского культурного фонда. Там порядка 20 миллионов гривен они дают на поддержку тех проектов, которые мы в заявке предложили.
Тобто там ще пакет творчих ініціатив. Так, ні, там, ну, там 12 ініціатив, там зв'язаних із музикою, з приложенням, відеоприложенням по путешествию по культурним точкам Дніпра, там із книжним фестивалем, там дуже багато із образовательної історії, тому що у нас теж є тема, ну, мільйонний город, а у нас нет, по суті, ну, за исключением, может, филиала Поплавского, нету заведения высшего учебного, где можно получить образование актера, режиссера. Ну, это неправильно. Так, есть лишь колледж, але там не вище. Ну, колледж есть. Вот мы с колледжем очень плотно работаем, вот с директором Инной Владимировной Рудкевич, и мы мечтаем вот из этого колледжа вырастить МХАД, Мистецько-художню академию Дніпра. То есть мы делаем в этом направлении шаги. Кстати, мы очень сейчас плодотворно сотрудничаем с областной властью, то есть понимание находим. И я думаю, что будем идти в этом направлении. То ж чекаємо результатів саме конкурсу отримання звання культурної столиці України, і вони мають бути відомі вже до кінця року. Да, так? Да, да. Там, по-моєму, в ноябрі, або, ну, щось таке, в кінці ноября, по-моєму. Григорію, давайте тепер от щодо культурних подій. Чого чекати ось буквально наступного місяця? Ну, буквально от... От вже 16-го, 13-го вже розпочалося. Ні, ну от зараз починається джазовий фестиваль. Він там п'ятниця, субота, воскресіння. Значить, він буде проходити... З п'ятниці починається з 16 липня. Да. Він буде проходити в парку Шевченка. У нас там позапрошлом году, прошлый був онлайн, позапрошлом году ми делали це на монастирі. В Монастырском острове, но сейчас, к сожалению, есть определенные препоны, поэтому мы это проводим в парке Шевченко. Значит, там будет масштабные два концерта в летнем театре, где будут мировые звезды, яркие исполнители. Надо смотреть, у нас есть медиаресурсы, Куст, значит, телеграм-канал, Facebook страничка. Там все это есть, поэтому просто загляните, анонсы, подпишитесь, конечно. Плюс там 10 локаций по парку, бесплатных, доступных, значит, где будут какие-то локации, где будет звучать джаз, где будут там с детьми, значит, заниматься чем-то таким для детей интересным. Там будет на большом экране трансляция того, что происходит в летнем театре. То есть это будет движение, это будет классно. Это будет джаз настоящий. И я уверен, что Днепр это примет по-настоящему. И жители, и, конечно, гости Днепра, которые к нам едут из других городов. С 13 по 16 на Монастырском острове без виз. Да, без виз. Это тоже яркий, это такой мультифестиваль, где будут разные представители, ну, там, танец на Майдане, танец на Майдане Конго, там, Иван Дорн, еще. То есть это, может быть, для более молодых, так сказать, любителей музыки, но там просто еще будет и движение. Это вот, когда мы первый раз его проводили, то, ну, я не знаю, там, за все время там, ну, несколько десятков тысяч человек побывало. И мы думаем, что все эти люди... А может быть, еще и больше появится в этом году. То есть это будет здорово. Что там, книжный фестиваль? Книжковый фестиваль, да. Який пройшов онлайн. Да, у нас до этого вже... было два офлайновых фестиваля. Значит, тоже 75 издательств, писатели зарубежные, украинские, на набережной, павильоны, книжки, концертная программа. Ждем. Дуже чудова подія, вона якраз відбудеться з 3 по 5 вересня. Да. Після цього вже буде День міста. Давайте розкажемо смотрите, про День міста. День міста – це, на самом деле, займається, ну, там, другая, дружеская нам, но другая команда. Я просто знаю, що це буде дуже яркий концерт, який готовит вот Дмитрий Логвин. Тоже наш коллега по художественному совету там с Константином Дудко, это очень известный деятель в шоу-бизнесе. То есть это будет очень яркий, очень знаковый концерт, значит, с звездами украинской сцены. Ну, в общем, будет круто. И я знаю этот проект, который, ну, он поддерживается и культурной столицей, это вот история с трубами.
Если вы знаете, на той стороне у нас есть большое количество заводских труб, которые до этого времени просто выглядели как такой унылый постиндустриальный... Как заводские трубы. Да, постиндустриальный пейзаж. И сейчас я знаю, вот, что команда там Николая Каблуки, они делают, вот в прошлом году уже одна труба как бы засветилась, да, а сейчас это будет, ну, большее количество труб, это уже будет такая крутая инсталляция, которой, ну, как утверждают фанаты этой истории, нету вообще нигде в мире. Допускаю, что это так оно и есть. То есть это будет очень ярко, можно будет с одного берега Днепра даже там заказать какую-нибудь композицию, значит, даже заплатить какие-то деньги на поддержку детского фонда и посмотреть, как там эти трубы светятся. Мне кажется, это круто. Сяючі трубы саме під акомпанемент цієї композиції. Да, конечно, конечно. То есть это будет такая светомузыкальная композиция, которая, я думаю, ну, просто должна толпы людей собирать. Захопити всіх. Конечно, ну как так? Вот там идут, как в Барселоне, вот смотреть там, значит, эти фонтаны. Вот. Я думаю, что здесь будет... Ну, это дуже креативно, дивитись на наши трубы. Да. Ну, значит, надо просто им придать немножко другой вид, и все поймут, что это красиво. Так, звісно. Жовтень – це вже день українського козацтва, і на фестивальному причалі – традиційний фестиваль ковальського мистецтва. Да, ну, це теж наші дружні, так сказати, партнери, ну, вони самодостаточні, тобто будуть ковати, я думаю, буде красиво. А, значит, у нас есть еще, я не знаю, там все, у нас есть еще фестиваль блогеров, который планируется, там у нас традиционно проходит, это мы собираем, раньше мы собирали только фейсбучных блогеров, а сейчас будут и приезжать и инстаграмщики, и тиктокеры, и ютуберы, то есть это будет такая вот, ну, движуха людей авторитетных в интернет-пространстве, которые будут встречаться со своими подписчиками, поклонниками, обмениваться, так сказать, какими-то мыслями, делиться какими-то секретами. Это очень интересная история. Фестиваль, бардовский фестиваль, фестиваль имени Александра Галича. Александр Галич – наш земляк, великий поэт. Вот мы его помним, и у нас каждый год, значит, приезжают барды. У нас при поддержке культурной столицы открыта мемориальная доска на Думе, на улице Староказацкая, недалеко, кстати, от вашего канала. Вот там собираются барды, открывают этот фестиваль, а потом поют песни, доставляя радость и себе, и слушателям. Григорію, от не побачила саме в цьому переліку культурних заходів у Дніпрі кінофестивалю. Є кінофестиваль, є, буде кінофестиваль, звісно. Ну, реалізація. Є, є. У нас планується такий фестиваль, називається «Кінноват». Во-первых, у нас ми підтримали ряд просто телепроєктів кіно, ну, в частності, зараз почався зйомки. От Катя Стрельченко, вона зараз знімає фільм, посвящений Олесю Гончару. Значит, это вот... Так, уже бачили анонс, як почалися зйомки. Да. Вот. А что касается кинофестиваля, то он называется «Кинновация». Значит, это фестиваль, ну, который будет заточен на каких-то вот киноработах, в которых ну, представлены какие-то инновационные вещи, какие-то, так сказать, продвинутые. Ну, мы себя позиционируем как гравитация, инновационный город, мэр уже там почти слетал в космос. Поэтому вот киноновация, мы хотим сделать такой фестиваль, чтобы у него было свое лицо. То есть мы и в прошлом году, мы делали вот даже в прошлом году фестиваль под открытым небом, когда, ну, трудно было собираться в залах, люди из машин смотрели фильмы там украинских авторов. И сейчас, я думаю, что это тоже тема будет. Угу. Коли він планується, восени? Да. Угу. А скажите, будь ласка, Григорій, от в минулому році, да, коли несподівано на всіх нас обрушилася пандемія і багато запланованих фестивалів, які мали бути у Дніпрі, вони всі перейшли в онлайн. Да. Я розумію, що всі пристосовувалися як могли, але, ну, тобто, бюджети, ну, були там менші, і загалом люди, ті команди, які збиралися і планували проводити, вони, так би мовити, не отримували того, що планували, не змогли показати того, що планували. Як взагалі виходили от з тих, ну, таких кричущих ситуацій? Я просто такий показательний примір, очень болезненний, ну, очень показательний. Це фестиваль «Без віз».
когда мы пригласили всех звезд украинских, много их были, там и Бумбокс, и Анука, запросили, напевно, вже розрахувалися. Ми з ними розрахувалися. Ми построили сцену, мы поставили звук, мы свет. Это все же требует какой-то подготовки. Буквально там за день или за два до фестиваля политическая воля была такая, что мы не будем рисковать, потому что есть опасность, и, к сожалению, мы рассчитали со всеми, то есть мы выполнили обязательства перед всеми, кроме зрителей, к сожалению, мы не могли. Які не потрапили, в принципі, на фестиваль, але залишилися в безпеці, можна так сказати. Ми вернули всім, хто захотів вернути средства, хто ні, білет на этот год, все таке. Він проходив в онлайні, тобто артисти выступали перед, десятком технического обслуживающего персонала. Артисты, они же все-таки приехали до Днепра и зашли на сцену. Это была очень такая драматическая история. Я хочу сказать, что в этом году джазовый фестиваль, который мы планируем и куда еще можно успеть, наверное, попасть, я не знаю, когда выйдет наша программа, до фестиваля или после? Звісно, перед фестивалем. Понятно. Я хочу сказать, что у нас есть договоренность с одной из уважаемых медицинских клиник, и обладатель билета может, имея билет, получить, сдать ПЦР-тест, и это входит в стоимость билета, и прийти с легким сердцем на фестиваль, потому что все безопасно. Тобто такий собі бонус. Да, это бонус, но с другой стороны, это определенная страховка, потому что мы очень ответственны в своих проектах, мы понимаем, что мы отвечаем перед людьми, перед городом, что все должно быть по правилам. Григорію, дякую вам, що сьогодні прийшли, розповіли і про свою історію, і про взагалі культурні заходи у Дніпрі, які ось-ось-ось будуть вже очікувати дніпрян. Спасибо вам, що пригласили. Ждемо всіх, і ваш канал теж буде дорогими гостями. Приходіть на всі мероприятия, о яких йшла річ. Дякую вам. Всего хорошего. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!